Письмо, но разобрать не получается. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Thank you.
потайной вход. Надо попасть внутрь. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь.
Черт! Чтоб тебе! Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Thank you.
Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды? Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи Пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что Пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас?
они почти внутри.
Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обрядили в старые одежды нового шута. Они в бегах, сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв, могу в этом поклясться. Надо поднять уровень воды. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать,
Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Стена непрочная. Пожалуй, получится ее проломить. Стена непрочная. Пожалуй, получится ее проломить. Если я смогу забраться на ту балку. Если я смогу забраться на ту балку.
Если я смогу забраться на ту балку... Нашла. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Ставьте заряды! Саркофаг пророка. Наконец-то! А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Ложись!